Начинаем выпуск с автокатастрофы на трассе Алматы-Бишкек. В результате аварии с участием двух легковых машин погибло 3 человека. Еще 7 пострадали. Трагедия произошла этой ночью на 131-м километре автодороги. Предварительно водитель Toyota East заснул за рулем и допустил столкновение с ехавшей навстречу Toyota Camry. От мощного удара автомобиль оказался в кювете. От полученных травм 2 человека погибли на месте ДТП. Еще один скончался в реанимации. Сотрудники полиции уже окрестили этот участок дороги стрелой, как аварийно опасный.